Модернизация дорожной сети поправила статистику аварийности в регионе. ДТП стало меньше. Количество транспортных происшествий по сравнению с 2014 годом снизилось более чем на 31%. Тем не менее, интенсивность и плотность движения на дорогах региона продолжают зашкаливать. Основная нагрузка приходится на транспортные магистрали города и поселка Искатели. Эту информацию озвучили на пресс-конференции ГИБДД. По информации ГИБДД, полученной из камер фотофиксации на городском мосту, интенсивность движения на центральных магистралях составляет 12,5 тысяч единиц в сутки. Плотность потока возрастает в утренние и вечерние часы. Несмотря на такие нескромные показатели, состояние аварийности в регионе улучшилось. По словам Александра Павлинова, в прошлом году на территории округа произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с жертвами и причинением вреда здоровью людей, что на 31% меньше, чем в 2014. С причинением вреда здоровью на территории округа на автомобильных дорогах города Нарьян-Мара и поселка Искатели произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, снижение на 33%. Еще два ДТП произошло на региональной дороге Нарьян-Мар-Усинск, 4 происшествия на временных зимних автодорогах и 5 в населенных пунктах округа. Традиционно большое количество мелких аварий с причинением материального ущерба происходит на междворовых территориях. Таких в прошлом году зафиксировано 760. Снижение количества ДТП на центральных дорогах ГИБДД связывают в том числе с модернизацией дорожной сети в Нарьян-Маре. В 2014 году произошло 30 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. В 2015 году таких ДТП зарегистрировано 12, снижение более чем на 60%. Из-за тех мер, которые принял отдел ГИБДД по наведению порядка для создания безопасных условий для пешеходов, он дал свой результат позитивный, о чем говорят цифры, так скажем. Следующим шагом по улучшению дорожной обстановки в Нарьян-Маре и поселке Искатели должна стать объездная дорога. Городу она нужна как воздух, говорят в инспекции. Интенсивность движения растет год от года. В 2015 году прирост транспорта в Ненецком округе составил 1500 единиц. Сегодня в регионе зарегистрировано 15 400 автомобилей. Основная масса автотранспортных средств ездит по дорогам города и поселка Искатели. По информации Департамента строительства Ненецкого округа, в этом году вопрос по строительству объездной дороги сдвинется с мертвой точки. Уже проведена корректировка проектно-сметной документации первого пускового комплекса объездной дороги. В 2016 году на начало строительства в окружном бюджете запланировано 70 миллионов рублей.